Пожираю. Она ваша. Почему бы им было не назвать меня прекрасным снежным человеком? Или хотя бы приятным снежным человеком? Я ведь добрый малый, хочешь? Нет, ты не то подумал. С лимоном. А ты попробуй, приятель. Снежная трубочка. Никогда не забуду, как она посмотрела. Эх, бедняга. Я знаю, как не сладко, когда выгоняют. Взять хотя бы лешего. Когда его выгнали, он соорудил огромный венок из крапивы. Все время носил его на шее, чесался и плакал. Ну, вам-то будет легче. Это же просто невероятное везение быть изгнанным с лучшим другом. Это мой враг. О, а я подумал, что вы друзья, когда увидел, как вы летите, обнявшись в буране. Тебе показалось. Сломал мне жизнь из-за кого? Из-за ребенка. И теперь я должен торчать в этой ужасной дыре. Ужасной дыре? Говори лучше и в прекрасной норе. Посмотри, какой здесь сказочный снег, а? О, ты еще деревни не видел? Лучшее место в мире. А какое молоко у Яков, обалдеть. Что? Что ты сказал? Да, у Яков. Конечно, Яков доить непросто, но когда из молока вытащишь всю шерсть, такая вкуснотища. Нет, ты говорил про деревню. Там есть дети? Дети? Конечно, мальчишки и девчонки, а также их родители. Где это? Эй, это у самого подножия горы, идти 3 дня. А, 3 дня. Мы должны идти туда сейчас. Собираешься в деревню? Отлично. Правило номер 1. Всегда. Нет. Никогда. Никогда не ходи в буран. Мы должны отыскать Бу. Бу? А как же мы? С тех пор, как появился ребенок, ты перестал меня слушать. И где мы в результате? Ох, подумать только, мы почти дошли до рекорда. Мы были у самой цели. Это уже не играет роли. Не играет роли? Нет, секундочку. Не играет роли?